Я когда-то начинал с книги Бориса Кагарлицкого, а это сейчас вот. Примерно а это я плохо. Я Бориса Кагарлицкого вот давно-давно написал на него отрицательную рецензию, потому что он жулик, там везде пишет, не рекомендован, марксизм не рекомендован для изучения. Так у него никакого марксизма нет. Там нет главного, что в марксизме диктатура пролетариата во всей этой толстой книге. И изображает, что за ним гонялись. Я вот сейчас живу в буржуазном обществе, все время пропагандирую марксизм, пусть не рассказывает нам, что марксистов преследуют. Теоретически я допускаю, что могут начать преследовать. Меня никто не преследует.